Все играют в танки, потому что танки — это самый обширный выбор достоверной бронетехники, самые атмосферные и просторные карты, а также самые взрывные и триумфальные победы. Качай танки бесплатно по моей ссылке, где все новички получают неделю премиум аккаунта, танк Т2 ЛТ 400 тысяч кредитов. Майнкрафт. Ну ладно, я в садике с кубиками как-то справлялся, думаю, здесь справлюсь. О, зашел, присоединился к миру, к игре. Все, серебро найти надо. Вот он, где-то здесь рядом. Вот он стоит. Привет. Ты рыжий, стой, да, посмотри, ты на нас, спутник. Дай своица, глаза слезятся, погоди. Сетчатку выжигает. Квадратные кубы в глаза попали. Пиксель в глаз мне попал, надо, да? Чтобы мой мозг адаптировался к этому угловатому окружению, чтобы он воспринимал этот мир за настоящий, понимаете? Отлично, Олег копает себе яму уже. Ну, это дерево, не квадратное, цилиндрообразное нормальное дерево, да? О, вот это небо, облака. Какая приятная сегодня погода. Все, я привык. Марин, давай. Запахло березой. Что? Итак, теперь... Так, это кто? Погоди. Так это Олег такой зеленый. Олег красивый, у него такой скинчик дракона классный. Это набор пикселей типа дракон, да? Ну, вроде так, похож. погоди, я должен представить, что это дракон. Это дракон. Сука, тут дракон! Бей дракона! Объясняй нормально. Так, короче, в самом верху, второй. Туда ставишь дерево. Дерево. Я все дерево переработал в доски. Дудоски. Есть дудоски. Дождь пошел. Потом? Ты вызвал дождь своим словом, блядь. Дудоски. Все, это началась игра. Мы играем. Да. Это Майнкрафт. Это все, это мы тут навсегда. Да, это уже наш дом. Я ощущаю прям реалистичность этого дождя на своем лице квадратном. Я тут-то. Дай еды. Ну где давай, хавка? Бери жрачку. Где хавка? Вот. На правую кнопку нажимаем и перетаскиваем, там готово. Так, печь, что тут у нас? Посмотрим. Жареная свинина. Без надписей не скажешь. А теперь на правую клавишу. На счет три. Раз, два. Три. Как было вкусно. Что-то пиздец. После беглого знакомства с игрой мы разжились небольшим домиком и начали заниматься хозяйством. А если я потеряю дом, как я найду его? Да никак. В смысле, блядь, никак? Олега, работай, Олега. Я могу его толкать, прикинь. Олега? Да. Ты можешь вытолкать его. О, я его сейчас закопаю здесь где-нибудь. Сейчас я помогу тебе с этим. Пом-пом-пом-пом-пом. А где я? Прямиком. Вот нахрен. Умирай спокойно, блядь, что ты там шевелишься, не понял. Так уж и быть, в этот раз ты отделался легко, дракоша. В следующий раз я придумаю что-нибудь поинтереснее. О, все, выход закрыт, понятно вам? Так, я вот это вот скину, нахрен. Пойму, что за... Пустите меня! Пустите, блядь! Кто заделал? Майнкрафт чем-то напоминает мне мою любимую Dying Light. Здесь тоже днем все прекрасно, а ночью начинаются похождения непонятных тварей. Ночь в Майнкрафт — это как маршрутка в час пик. Вроде тебе страшно, но ты туда лезешь. Пошел за своим... Пацаны, как отсюда выбраться? Блять, я возьму эти факелы, хорошо, они мне пригодятся. Да, бери. Тут этот трипер, который взрывается... Крипер. И спереди! Они меня зажали! Суки. Три сердечки оставили ему дозвонить. Не! Одно сердечко! Лучники, хуючники. Да ну нас нахер, блин. Дайте мне до дома добежать. Ой, я дом вижу.
Я же не доживу, правильно? Я же не доживу, мать твою! Давай, попади мне прямо в лоб. Спасибо. Но так и сделал. Ты просто иди посмотри, как это выглядит. Иди посмотри. Блять. Стрёмненько. И так как я снова не записал нужный фрагмент, мне приходится закадрово объяснять, что здесь происходит. Ладно, сделаем это быстро. 3, 2, 1. Дело было вечером. Мы играли втроем в Майнкрафт, и один из нас свалил спать. Это был Тёма. Остались мы с Олегом, и мы с Олегом решили устроить Тёме небольшую ловушку в виде ямы перед домом и забросить ее туда на следующий день. На следующий день Тёма пришел первый и спалил всю нашу с Олегом контору. А дальше вот как все было. Ну что, все, поздравляю вас с домом. Да, нужно все довести до ума уже. Сделать все красиво. Слушай, а что здесь произошло? Здесь поменялось немного. Немного. Я чуть-чуть расширил. Блин, пока. Ты нам все испортил. Ты нам похерил такой сюрприз, бля. Понятно. Короче, я когда расширял дом, я туда свалился. Угу. Нет! Бля. Ты жив? Ты чё, яму полностью закрыл? Слушай, раз ты похерил нам эту ловушку для тебя, давай мы построим для Олега ловушку так же. Вот это будет многоходовочка. Вот это он охуеет. Давай вот где-то вот здесь, не знаю, 4 на 4 сделаем. А как ты хочешь, чтобы он туда попал? А мы анальную пробку сюда кинем, и он сам прибежит. И дно тоже укрепим. Всё, смотри. Круто получилось. Яма смерти. Хорош. Все, давай выбираться. Ты по-тихому отсюда. Теперь выбирайся. Мо-ха-ха-ха-ха. Идеальное преступление. Все, короче, если кто-то наступит... Так он сам наступит случайно, отвечаю. Он же как обезьяна. Я же говорю. Он как слон здесь будет носиться туда-сюда. Выпустите меня. Нет! Пизда трагедия. Все, короче, смотри, ровно под этими цветками ловушка для Олега. Мы его заманим сюда. Я понял. И под этими же цветками закопаем. Типа могила. О, Олег, здорово, Олег. Хуй, Олег, здорово, Олег. О, смотри, короче, он взял и расширил дом. И когда он этим занимался, он, короче, спалил нашу яму для него. Сука. Вот. А мы так старались. Да капец, я аж устал стараться. Да я верю, там столько выкопано, я летел полдня. Надо гавера найти, а собака чья, волк, ты приручил? Это мой собака-волк, это все мое. Как тебе мои собаки, Олег? Ты посмотри на них. Только посмотри на эти комочки сладкие, так и хочется их за яички подергать. Они милашки, да. А как ты их назвал, давай? Гуф-Гуфыч и Тим-Тимыч. Это две мои очень преданные псины. Че, идет Богдан или нет? Гавер, темнеет, давай, быстрее. Маленький пёсик! Что? Маленький пёсик, откуда он? Смотри, маленький, смотрите, какой малепаська. Он типа сильно маленький. Он уже твой, он уже с ошейником. Смотри, у меня теперь три собаки. Да, он какой маленький, такой красивый. Среди нас же нету Панина, да? Все в порядке? Либо они геи усыновили его, либо Тим Тимыч скрывает от меня свое прошлое. Здорово. Спасибо. Ты пукнул? Да, ну, я пукаю носом, что ты несешь. Сам голый ходит как псих. Нет, твой пёс кусает! Блядь! Я дал уколу сладкий. Не бей его их! Он мелкого убил, блядь! Тебе пощады не будет, ублюдина! Гуф-Гуфыч, фас! Принеси мне его яйца! Короче, общий сбор. Общий сбор во дворе, суки, прямо сейчас. Итак, в силу вступает приговор по всем статьям квадратного законодательства. Подсудимый, станьте ближе, пожалуйста. Смертная казнь тебе, гнида. Отходим. Я не попал. Он не сдох, смотри на него. Смотри. Вы только посмотрите, что делает адреналин с человеком. Слышь, Олег, да? Я придумал для тебя месть за убитую собачку. Я сейчас буду приручать каждую собаку, которую встречу, а потом... Меня загрызут? Не, они тебя сначала выебут, а потом загрызут. Ну тогда можно сделать тогда арену такую и там. Я так и сделаю, хули ты думал, я еще и запру эту арену, ты оттуда не выйдешь. Ребзя, я, короче, углубил нашу тиль немножко.
Ну а теперь осторожнее, если будете бухими возвращаться домой, не свалитесь туда. Блевать сюда можете, но аккуратнее. Это собаки нападет твой туда и все. Ты долбоёб, блядь! Не, слушай, ты труп, блядь, ты труп, сука. Арена, в четверг, 18:00, понял, гнида? Я приду с армией собак. Случайно вышло. За мной, пошли, сюда, сюда. Оу, щит. Арена здесь. Сюда, за мной. Гуф-гуфыч, тим-тимыч, гаф-гафыч, груф-груфыч, сиф-сифылыч, блютуфыч и все остальные фычи ко мне. Так, ну что, биться, собачек? Готов к моменту X? Угу. Нравится мне твой настрой, только вот он продлится недолго. Давай, давай, спрыгивай. Спрыгивай, блядь. Спрыгивай сейчас, давай, спрыгивай. Все нормально, они голодные. Ты в центр встань, прям по центру. Давай. Подожди. Я могу их убивать, да, если что, в ответ? Ну, бой должен быть честным, так что ты должен обороняться. Давай, давай, смелее, что ты? Так, где твоя бучая храма, гнида? Ну, они такие милые. Я люблю котов, так что пизда вам. О, пизда! Кушай! Рвите ему ляжки, ляжки! Чем вас кормят-то, лёпта? В этом весь прикол! Я их неделю не кормил! На. Заниматься сексом быстро. Всем быстро заниматься сексом. Мне нужна армия. И тогда мы захватим весь Майнкрафт. И дадим по щам любому. Чё за дырка во дворе, я не понял. Ну, Богдан торговал. Ты нахуй меня тут? Вот, смотрите, сейчас будет эксперимент, мальчики и девочки. Идёмте сюда. Давай. Смотрите, как будет это работать. Мы ставим динамит сюда. Динамит надо подпаливать, я сейчас брошу тебе зажигалку. Ты его подпаливаешь и резко убираешь блок. Ага. Магия. Он когда подпаленный, он вниз должен будет улететь. Хорошо. А я подпаливаю, Олег, ты убираешь блок. Давай. Да, давайте. Кто первее должен сделать? Одновременно начинай. Олег начинает ломать, ты подпаливаешь. Давай, начинай. Давай. Начинай. Два. Ты не поджег. Я поджег. Что я поджег? Ладно, поджигай. Ты кусок земли. Мне нужна лава. Тут летучая мышь, ждем. Чё она тут забыла? У неё чё, датчики сбились? Я попаду, смотрите. Я попаду. Я должен попасть. Я попал! А, ладно, всем похуй. Барин, открывай калитку. Здесь нет воротов. Я с дарами. О, да. Сынкулю, смотри, чё нашёл. Ламу. Он реально ламу принял. Это педрила с характером, вы осторожнее с ней. Я пока ее довел. Что происходит? Что происходит? Она плюнула, она плюнула. Она плюнула в тебя. Нахуй ты меня привел? Я говорю, она ебанутая. Можно вытащить ламу из дикого леса, но дикий лес из ламы не вытащишь. Все, отныне здесь твой дом. Отдыхаем, Розота и Буча. Что ты сказал? О, блядь, он обернулся. Привет, на! Помнится, ровно год назад я сказал следующее. Но теперь я прощупал почву, да, так что когда я в следующий раз соберусь на Игромир, я об этом не забуду упомянуть на основном канале, и вы меня точно найдете. Да, я в этом году еду на Игромир опять, и учитывая опыт предыдущего года, в этот раз я подготовился. И чтобы систематизировать все это мероприятие, у нас даже получилось договориться с организаторами насчет небольшой фото и автограф сессии на выставке. Ну, знаете, чтобы избежать неловких ситуаций, как в прошлом году, стал кучками и прочими неприятными ситуациями. Пришли, нормально сфоткались, обнялись, вытерли свою козявку в мою спину и все. Фото и автограф сессия пройдут на территории Comic-Con Russia в пятницу в первом зале 4 октября с 15:30 до 17:00 по местному времени. Вот сам план, видите, да? Это зал один у нас, вот кому не видно. Это автографы и фото, вот вам сюда надо. Это все на территории Comic-Con Russia, то есть вы заходите здесь или здесь, идете прямо и попадаете куда надо. Или если вы пришли через этот вход, но вы пришли с девушкой, то сначала вы обойдете несколько стендов, а потом весь Игромир, пока не сойдете с ума. Кстати, это я тут в туалете прячусь. Стоп, тут что-то не так. Отлично. Вот.
Все понятно. Здесь был гребаный Мармоки Майнкрафт, которая, кстати, не такая уж и плохая игра. Почему я все-таки в нее сыграл, несмотря на то, что говорил, что никогда не притронусь к ней? Понимаете, мои вкусы в плане игр сильно изменились, так как я многое за эти годы перепробовал, и мне просто действительно было интересно посмотреть, что это за игра. И, ребят, я придерживался ошибочного мнения. Это действительно хорошая игра, которая честно заслужила свою популярность. Если вы оцениваете Кубач, как и я его оценивал по визуалу, то вам как минимум стоит ее запустить. Да, я раньше говорил одно, а сейчас делаю совсем другое. У всех порой мнение насчет чего-то меняется. Времени много прошло, я много чего перепробовал, где-то друзья повлияли, вы часто просили, и все это так или иначе исказило, а по итогу и вовсе изменило мое мнение. Вывод: Майнкрафт мне понравился, несмотря на то, что я говорил раньше. Кстати, я не нашел ни единого бага. На этом все, увидимся в следующую пятницу. Вживую. На Игромире. Пока.